Приветствую, дорогие друзья! С вами Кайстример, и мы продолжаем наше прохождение Soulstone Survivors. Давайте пройдем за убийцу. Подземелье отчаяния. Сложность 6. Погнали. Попробовал разные навыки убийца. Честно говоря, мне вообще ничего не нравится. Ни удар со спины, ни его эти бомбы. Какая-то все херня. В общем, будем проходить стандартно. Дадут хаос, будем хаосом проходить. Ну, через снаряды эти. Если их не дадут, будем через взмах проходить. Я буду вращаться. И кучу негативных эффектов накладывать противникам. Если раскачать область, в общем, будет так кружиться. Мама, не горюй. Так, ну мне это ничего не нравится. Буря клинков. Вот это мне нравится. Вот, буря клинков. Понятно, что это не самое мощное, но рабочая штука. Просто надо область раскачать нормально. Тоже нормальная тема. На фоне того, что он предлагает, конечно. Быстрый удар мне не нравится. Хрень какая-то. О, шквал еще один, ну окей. Пойдет. Не пойдет. Ну не пойдет, ну чё за херня? Пойдет. Да, но мы пока, к сожалению, слабовато. Пока слабовато. Thank you.
Хотел поблевать, падла. Поблюешь еще. Еще буря клинков. Берем. За спину заходи. Хотя у меня это единственный навык, который со спины бьет. И я от него избавлюсь. Сколько ж херни ты предлагаешь? И как Кейт самый эффективный навык использует, именно вот площадь, не дать мне подойти. Так, давайте быстрее, сюда. Блять, с тремя рывками идет хер знает сколько. Быстрей. Нахрен пошли. Шквал. Ай, шляпа шляпная какая-то. Нет, это все не то. Ну, эпическая сила, ладно, возьмем. Немного площадь, но давайте увеличим немного площадь. Давай, ко мне иди сюда. Давай. Ну нормально, он и за собой и оставил этот след огненный. И еще огнеметят. Козлина. Области не хватает. О, услышали просьбу. Где этот несущий хаос-то? Чё он не сдохнет-то никак? Естественно, подмога пришла.
чтобы булки не расслаблял. Рывочек. Давайте возьмем. Рывков много не бывает. Тепловой удар, давай. Так, срочно разрушать эту херню. Где? Красный, вот. Быстрей. Так, чё красный? Давай. Ты чё красный? Так. Конечно, как же вы без элиты-то? О, давай, иди сюда. Ну, я почти этой херней-то не работаю. В общем, все дело. Насколько я подсел уже на это кручение. Верчение. Блин, вот урод. Пока я там пристраивался со спины. Какие-то ковровые бомбардировки тут устраивают. Нормальная тема. Ну берегись. Жестокие удары. Да давно уже пора. Все, мы с ними сюсюкаемся. Блин, не дают подойти. 53. Вот сука. Так, быстро.
Ну ёмаш. Я успел. Ага. Только одну успел. Уже в глазах потемнело. Как 16? Ну я же рывком перепрыгнул через огонь. Так, давайте тогда подлечимся через вот эту штуку. Может их замедлять? Что-то я забыл, а у меня замедление вообще взято? Такое ощущение, что нет. А как так? Как так-то? Это я всего один кварц заработал за 12 минут. Охереть просто, как щедро-то. Да спасибо, не надо. Так, а куда здесь? Ну что ж, неплохо. 13 минут 46 секунд. Не, ну буря клинков, понятно. Хорошая, но это взмах, это не его пронзание. С пронзанием я вообще не понимаю, как играть. Какая-то херня. Ну я или просто вообще не понимаю. Урон маленький, все наносит. Даже пятикратный со спины, как это надо двигаться? И через телепорт провод, не через телепорт. Двигаемся. 46 достижений еще впереди. Есть тут еще какая-нибудь халява? А вот мы за охотника еще не играли. За рыцаря смерти. За некроманта довольно халявные. Ну, короче, тут много чего халявного прям закроем. Наверное, 20 достижений-то прям на изи. А вот делать вот эти штуки, оружие... Нереально.
16 кварца. Это набирать просто черти сколько. Все, вот я сейчас поставлю, ну, как... Сделаю это оружие, и все, у меня больше этого ресурса вообще не будет. Так еще нужно железо и золото. Жесть. Ну что ж, нормально прошли за убийцу. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующей серии. Всем пока.